красавец варяг. Мы пред врагом не спустили, славный Андреевский флаг. Сами сорвали Кореза, сами потоплен моряк. Сами сорвали Кореза, сами потоплен моряк. Не так уж давно, в январе 1904-го маленький русский кораблик не спеша приближался к месту своей заграничной стоянки. Назывался он канонерской, пушечной лодкой, хотя название «лодка» было явно несправедливым. Господин старший офицер, один миноносец на траверзе, другой два рублевей. Разрешите поднять позывные? Это зачем? Интересно знать, кто такие, откуда идут. А вам какое дело? Каждый идет куда хочет. Просто так поговорить. Невежливо. Здесь все-таки море, а не бульвар. А вы как-никак мичман флота. Что это за мальчишеская манера приставать к прохожим? Виноват, господин старший офицер. Кто-то виноват. Саш, подойдите сюда. А интересно все-таки знать, кто у вас был воспитателем в корпусе? Вот еще два японца. Сколько же всего? А всего четыре. Пятерка по арифметике вам обеспечена. Ладно, ладно, не злитесь. Идут японские миноносцы. Изрядная рвань. Впереди Мицука, капитан барон Симамура. Маяси, капитан Ямамото. А тот, что ближе к траверзу, Цуруга. Капитан Ахмати, 42 лет, женат, двое детей. И всех вы знаете? Каждую собаку обязан знать в лицо. А то служба. Без глупости, Сашенька. Следите внимательно за морем. Скоро вернусь. Есть. Скучает. А? По голосу слыхать, скучает. А почему, Иван Антонович? Да ведь как бы сказать, ваш сокровник, по здешнему январь, весна, вот скучает. Весной всякая живность скучает. И так уж ей от Бога положено. Выходит, что и мы с тобой? Скучаем. Не признаемся только. Сходить бы к японцам в Нагасаки. Не ровен час помрет от тоски печушка. Ну, чего же, не думай, не думай. А там уж я-то знаю, есть лавочка одна. За два квартала пение райское слыхать. Райчка? Точно так. И очень уж хозяйка обходительная. Что, 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 что? Не нашей веры, правда, но ничего. Ну, ништяка. Да, пожалуй, Антоныч не выйдет. Ни лавочка, ни Нагасаки. Выходит, дело, все может быть. Все может быть, Антонович. Все, брат ты мой, от Бога и от начальства. Ну, а наше дело маленькое. А вовсе не пропадем. Золотые слова, ваш сокровник. Разрешите? Да-да, пожалуйста. И погодка. Погодка по особому заказу. Антонович, распорядись. По особому приказу. Конечно, по особому. Есть. Полегче, полегче, это вам не волков подманивает. Скучает моя канареечка. Разрешите? Пожалуйста. Ну, как наш мичман? Ничего, старается. Увидал двух японцев и обрадовал. Кого это? Да и Мамото с Симамурой. Опять куда-то поплелись дюйть тостом. Разрешите, Григорий Павлович, чтоб птичья душа не тосковала. Пожалуйста. Thank you.
Левей. Есть, левей. Так держать. Есть, так держать. Лево руля. Что такое? Минная атака по правому борту? Ошалел, малый. Ей-богу, ошалел. Неужто боевая ваша сокровь? Что же ты смотрел, черт старый? Что я тебе приказывал, Ракария? Что случилось? Понять невозможно, брать. Все было тихо, благородно. А тут Рувин вот глазом не успел моргнуть, а они вдруг как дырт кулачком по стеклу. И, боже ты мой, бога, черт. Лево руляй, право руляй, минная атака. Право на борт! Есть, право на борт. Полный вперед! Что случилось? Так ведь я же... Отставить сигналы. 2 минуты, и все на местах. Совсем неплохо, Степан Иванович. Спасибо за службу, ребята! Нордос 20. Есть, Нордос 20. Письмо Дорофею. Пройдите ко мне в каюту. Есть, пройти в каюту. Отбой боевой тревоги. Прибавить обороты. Что случилось, Мишман? Почему пробили боевую тревогу? Я видел, я ясно видел, как... Да, что вы там видели? Я видел, как по борту совсем вот близко прошла мину Альфеда. Мину Альфеда? Еще несколько секунд, и кореец взлетел бы на борт. Но кто же видел, кроме вас? Откуда она взялась? Небо, что ли, упало? Что было в море? Японские миноносцы. Что, по-вашему, с Японией война? А? Да, война? Как нет. Вы думаете, о чем вы говорите, мой мальчик? Я и сам начинаю думать, что все показалось. Показалось. Бойцы. А что, по-вашему, нужно делать, если на вахте, да вдруг покажется? Такая вот чертовщина. Не могу знать. Надо перекреститься и ну и что же? Не знаю. Надо перекреститься и пробить тревогу. Так я... Именно так вы и поступили. Короче говоря, отметьте в актином журнале. 25 января 1904 года при подходе к Чемульпо была произведена учебная тревога по секретному распоряжению командира. Есть записать в актиный журнал, есть секретное распоряжение. Да. Никаких мин, следовательно, вы не видали. И видеть не могли. Понятно? Так точно, я ничего не видел. Разрешите идти? Давайте. Прекрасно. К месту поближе, оно и покойнее. Что нового, доктор? Все в порядке, отче. Мир и тишина.
от японский Микадо послал его величество заверение в вечной дружбе. А? Мир и тишина. Бешамон, японский бог войны и золота. Хеяси, Хеяси, Хеяси. Это что, тоже бог? Нет, это японский император. Хеяси. Ичиман, Ишамон, Дайкоку, Сиоки. Ичиман, Сиоки, судьи огненных глаз. О чем говоришь ты, Фанью? О чем? Говори, Христа ради. Дён-дэн. Знамени и силе национальной эмблемы. Поэт Эмерсон, философ, удивляется. Почему, мол, кусок материи, на котором какие-то полосы, либо кресты, либо звезды и лилии, львы, орлы, леопарды, почему этот военный флаг, трепещущий на ветру над крепостью, затерянный где-нибудь на краю света, либо над мачтами корабля, ведущего неравный бой, бог весть в каком далеком океане. Почему этот флаг, кусок старой материи, вдруг превращается в символ ужасающей силы и заставляет кипеть кровь и без раздумий бросаться в бой и отдавать свою жизнь за честь и неприкосновенность национальной эмблемы? Почему? Почему же? С нами есть священная хоругвь, как учит новобранцев Ткачук. Правильно. Но глубже, гораздо глубже. Знамя — это благословение Родины. Это напоминание о том, что палуба под нашими ногами есть не что иное, как клочок родной земли. Очень правильно все, Федорович. Да, не нравятся мне такие разговоры. Почему? Да слишком уж того, многозначительно и злободневно, как говорит наш батя. Отголоски утренней беседы. 6-7-715, это в первом погребе. И во втором 500, нет, 600. Сегодня к завтраку был у нас один очаровательный японец. Командир миноноски Мицука. Барон Симамура. Симамура? Орудием я его не подпустил. Да, Симамура. Благороднейший человек. Японский лорд, так сказать. Окончил Оксфорд. Байрона знает наизусть. Шах королю. Фуль-стоп. Антракт для размышлений. Что за черт? Какая связь? Знамя двух Симамура, Байрон. А впрочем, знаю. Хоть и не присутствовал, но знаю, о чем говорил он, этот ваш гость. Ну, о чем? Пример о гуманности, о прогрессе. Я тоже хотел спросить, в котором часу окончился этот уютный завтрак в кают-компании? Примерно в полдень. А что?
Я, кажется, имел честь господина барона встретить сегодня в море. Около 2 часов пополудни. Да-да, войдите. А, вот и оба доктора, духовный и телесный. Здравствуйте. Вы понимаете, какая история? Что произошло, батюшка? Наш лодочник Фанил. Сейчас, понимаете, такую чертовщину. Проверьте эти отпоиски. Сейчас, покажите, сейчас. Прошу. Сейчас. Хаджиман, Бишамон, Нуоми, Сиоки. Что это значит? Все ясно. Что ясно? Фэнью прибег к иносказанию, так же, как вы прибегаете к военному шифру. Но он заменил предметы своих мыслей названиями кумиров ложных. Он сказал... Что же, что? Странное. Примерно так. Великая война стала с утра у порога Чимульпа. Сейчас она сверкает в ночи сотнями огненных глаз. Только слепые не видят. Только глухие не слышат. Я попрошу прощения. Знаете, господа, вы же сговорились, что ли? Нет, я не испуглю. Действительно, какая-то чертовщина. Подождите. Пожалуйста. Интересно. Да. Хочу. Так, нет, все тихо, благородно, скажи. Старший офицер велели срочно передать. Никак не отверез, совершенно. Иди. Пойдемся по палубе, Сила Федорович. Пойдем. Никак не могу понять, какого дела нас оторвали от эскадры. Подумать только, варяга, богатыря, лучший крейсер мира, жемчужину нашу, и ткнули в такое-то время в Чимульпа, в забытую Господом Богом дыру. Вот вам предсказание Фэнью. Пожалуйста, полюбуйтесь. В полном составе и блеске пожаловала японская эскадра. 14 вымпелов. На правом фланге Мицука, господином Симомурой. Может, он беседует с кем-то. Сопоставляя некоторые факты, я допускаю. Что именно? Что мой Мичман был прав. Короче говоря, сегодня днем я подвергся минной атаке. Где? На подходе к Чимульпу. На траверзе второго маяка. Вот как? Так точно. Очень ясен. Допустим, попали. Взорвали кореец чертовой бабушки. Что же варяг, вот вам и смысл. Выманить варяг в открытое море, а там сами извольте видеть. 14 ждут. Да. Начало, Григорий Павлович. Очевидно, Сила Федорович. Следовательно, не зря мы говорили о флагах на мачтах в далеком океане. Не зря. Однако при всех неожиданностях я вполне спокоен за вверенные мне корабли. И за русские флаги на мачтах, Всеволод Федорович.
Давайте-ка запросим Порт-Арту. Это необходимо. Хотя и бесполезно. Почему же? Завтра начнется. Тут уж на жизнь и на смерть. Пойдите попросите. Маша, попросите. Вы, я совершенно верно. Что старший офицер? А испугались чего? Так точно. Растерялся. Ну что же здесь происходит, собственно? Кто объяснит? Ну, скажем, вы, Вячеслав Муромский. Прошу. Идет грязь из пол. О чем? Я утверждаю, что в Мурманск большой прекрасный год. Неправда. О чем? О завтрашнем дне, Всеволод Федорович. Так точно. Дело в том, что суббота завтра. Позвольте не стоять там завтра всеношную. Что это, бунт? Бал. Нет. Прекрасный морской бал. Шелезангле. На большом пароходе. Отец Паисий, он понимает молодость. Но старший офицер. Да, вот старший офицер. Вот старший офицер. Без денег его все. Хорошо, я поговорю. С утра, возможно, я назначу артиллерийское учение по тревоге. Есть приготовиться к тревоге. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Спокойной ночи, Всеволод Федорович. Спокойной ночи. Во-первых, депеша наместнику в Порт-Артур. Военная шифровка пойдет вне всякой очереди. Цифра, цифра, секрета, секрета. Да. Во-вторых, денежный перевод. Во-третьих, моя личная частная, это уж вы знаете. Мира и мамочка, я сударова, все врагопорусля, цирую Саса. Правильно. Очень хорошо и очень нехорошо. Что нехорошо? Коренья нет, телеграфа нет, телефона нет. Тумана еса. Как? Почему нет? Не знаю. Может, хунхуза? Раз-раз и нет. Какие хунхузы? Так линия нет, телеграфа нет. Тут и написала, там и написала. Чито не читала. Очень нехорошо. Кури. Мерси, не курю. Тумана. Да. Солнце парит, дождь идет. Ваш брат, что так скоро? Понимай, моя, говори. Корабль стоит. Моя, иди. Иди, понимаешь? Ну, как на берег-то выйти, красавица-то моя? Поняла, что ли? Кореец. Война. Какая такая война? Эй, ваш брось! Иду, иду! Сюда, ваш брось! Ну, нечего глаза пялить. Вот, кореец. Спасибо. Давай шлюпку, Алешка. Да-да. Господин капитан второго ранга, разрешите доложить? Слушаю. Телеграф не работает, связь прервана. Так. Попросите ко мне старшего офицера. Есть. Хорошенькую историю мы попали. Да, не столько в историю, сколько в ловушку. Вот именно. Вот что, Всеволод Федорович. Да. Сегодня Бог за нас. В море туман. Под его прикрытием я постараюсь незамеченным прорваться в Порт-Артур. Уф, там-то я сумею сказать, что надо. Да, но ведь у вас из 100 шансов только один. Вот им-то я и воспользуюсь. Но ведь вы... Обо мне не беспокойтесь. Прорвусь, так прорвусь. Не прорвусь, вернусь. Либо
не вернусь, в зависимости от обстоятельств. А варягам рисковать нельзя. Действуйте, Григорий Павлович. Играет. Тут камушек один был. Не задеть бы его, черт. Конфуз получится. Чуть левее. Есть чуть левее. Красавчики. Не мудрено, кругом-то мили до каменья. Интересное положение. Да. И долго это будет? Не думаю. Приготовьтесь. Thank you.
пошел на таран. На ком же такого сова не побил его? Вернемся, а ты урожай не попрешь. Право на борт? Есть право на борт. Открыть огонь! Утренняя корреспонденция из Порт-Артура не поступила. Но я заготовил ответы на вчерашние запросы штаба. Чем же именно интересуется штаб его происходительства? Запрашивает сведения о нитках, пуговицах в Аксе. Разумеется, секретно. Нет, только срочно. Но есть одна весьма срочная депеша, которую необходимо отправить. Какая? Изволили забыть, Всеволод Федорович? Завтра 27 января. День ангела супруги, командующего Тихоокеанским флотом. Всему пьем здоровье прелестный, высокочтимый. Можете не читать. Посылайте. Кореец ушел. Знаю. Что по кораблю? Завтра суббота. Должны прийти торговцы. Я предполагаю отменить. С чего вы вздумали? Ведь и так на нас смотрят тысячи глаз. Пусть думают, что мы ни о чем не догадываемся. Они рассчитывают на неожиданность. Так вот, неожиданно будем действовать мы. Как? Не знаю. Не знаю. Подумаем. Подпишите, пожалуйста, Сал Федорович. Что подписать? Ведомость о пуговицах в Аксе. Вы плохо спали, Сал Федорович. Туман. Душно. Действительно, туман очень сильный. Разрешите идти? Пожалуйста. Пуговицы, факса, танцы. Штаб. Ребята, уговор такой. Вы ничего будто не знаете, а я будто и подавно. И нигде-то мы не были, и ничего-то мы не видели. Понятно, что ли? Понятно. Закрой. Всю ночь на якоре стоял. Малоумные мы не что, такой-то туман. О чем же я и говорю. Так, сынок, что это было? Как думаете? Я думаю, учебная тревога по вашему секретному приказанию. Запомнил, разбойник. Да, цветочки распускаются, Степан Иванович. А там, глянь, и ягодки скоро поспеют. Как жаль, что с корейцем так получилось. Да, они прорвались. Закутались в туман и ушли. Где это произошло? Рядом, милях в пяти от берега. Как вы расцениваете положение? Порт блокирован. А, капитан Мусата, капитан Мусата, ваша заказа готова. Колечко, покажите, покажите. О, судя по колечку, невеста должна быть прелестной. Там дура, смотри. Братика, не братика. Купеза, не купеза, никто не знает. Моя знай. Моя смотри. Моя ничего не говори. Эй, Козин! Паша, лука покупай. Куда тебя нелегко снесла? А ну, вертай отсюда, сей секунд.
Петюнча, очень дёсело. Аршин 5, ежели. Маловат, пожалуй. Очень хорошо. Петюнча. А ты кто такой? Первая гирдия Цюрика и Васильника купница Сюфунчин. Чичунча. Сейчас, короче, откуда ты шлюп? Мы их догоним. Торговцев немедленно убрать с корабля. Команде сойти во внутренней палубе, господам офицерам собраться в какой-то компании. Есть. Степан Иванович. Пойдемте со мной. Дело в том, что эта вертихвостка оторвалась от японской эскадры и мчится к нам. Разумеется, это Мицука с бароном Симамура. Конечно, Мицука. Посмотрим. Вот она уже входит в бухту. Приветствие Мицука. Не отвечать. Есть. Старшой передавали. Коли спит, мол, не моги будить, голову оторву. Скажи на милость, так и передавали. Голову оторву. Да, досконально так. На весь порт осрамили. И оторвет цыганская душа. И так уж, что варяги делов каких-то натворили. Их благородие старшой, то есть. А что такое? Двоих купцов в воду скидывали. Это до того, как та японка в порт нагрянула. А эскадру японскую отсюда видать. А что за японка? Мицука с сигнатурой. Шут по тебя побрался со всем офицером вместе. До булуфага. А кроме часового никого не было. В захождении не играли. С подлецами, мол, не здоровкаемся. А на вахте кто? Мичман Дорофеев, ваш сокровь. Так. Мицука. Ишь воет злая рота. Извольте кушать публике. Сам изготовил, как в тумане-то бродили. Вы хоть дело началось, ваш сокровь? Какое дело начинается, Антонович? Вот так-то и матросы думают. Ну что ж, нам старым не впервой. Старшой вернулись. Разбудил-таки. А ну-ка, Антонович. Полчаса назад от имени адмирала Урьева в порт прибыла миноноска. Знаю. Что на варяге? Варяг опустил противоминную сеть. Командир крейсера приглашен и только что отбыл на совещание командиров международной эскадры. У нас полная боевая готовность. Впрочем, это отнюдь не бросается в глаза. Прогуливается, воздухом дышит. У кого собрался совет?
У английского командира Бейли на борту крейсера Тальбот. На борту крейсера Тальбот. Таким образом, командующий японской эскадрой поставил нас перед дилеммой. Или мы должны завтра покинуть порт, или вы, дорогой командир, должны выйти в море. Почему вы должны, почему я должен? Вот именно. Почему? Это не слышно. Месье улетевают, месье предписывают, и, наконец, кто знает, месье атакуют. Но кого, сакрикаю? Моих русских друзей в нейтральном корейском порту? Спокойствие. А я? А мы? Мы должны хладнокровно смотреть на это? Нет. Это оскорбление. Неслыханное нарушение международных законов. Спокойствие, господа. Клянусь ставлю Францию. Я ставлю моего Паскаля рядом с русскими кораблями. И пусть войдут. Еще раз спокойствие. Война, по-видимому, объявлена, мой командир. Вам что-нибудь известно об этом? Официально мне ничего не известно. Вильбот, командир американского ависа, приближается к трапу. Прошу извинения. Я имел честь предложить моим коллегам нечто другое, блистательное. Мы уйдем, но как? Все вместе. Окружим вас эскорт Донер и пройдем сквозь японскую эскадру. Пройдем и заставим уважать международные законы. Ну, а что же ответили ваши коллеги? Вы, мои коллеги, не согласились с этим. Я тоже глубоко взволнован, дорогой командир. Вы сами знаете, что такое корабль воюющей страны в этом нейтральном порту. Разоружение и плен. Они займут Корею. Это несомненно. Что же вам угодно мне предложить? Я собрал совет. 220 орудий японской эскадры против ваших 40. Вы ошибаетесь. Против 53. Вы забыли корейца. 40 000 тонн против 6,5? Против 7800. Вы забыли корейца. Ближе к делу, господа. В качестве старшего по рейду имею честь согласить следующий ответ его превосходительству. Сэр, на основании существующих международных законов мы решительно утверждаем, что порт Чемульпо является нейтральным. А потому, энергично протестуя против ваших попыток нарушить нейтралитет Кореи, будем рады слышать ваше мнение по этому поводу. Как? Будем рады слышать ваше мнение по этому поводу. Прелестно. Подписали. Командиры военных крейсеров Англии, Франции и Италии. Командир американского военного судна воздержался. Не имею полномочий. И это все? Все. Благодарю вас, господа. Я вполне удовлетворен. Международное право находится под надежной защитой. Честь имею. Что вы намерены предпринять? Ждать объявления войны. Все в сборе? Так точно, Сэр Фёдорович. Позвольте получить приказание пригласить господина японского консула. Нет, пусть господин японский консул подождет. Я приглашу его позднее. Солдат становится поэтом. Господа,
маленькая, но грозная русская крепость, затерянная на краю света. Над нами в черных тучах близкой войны гордо реет наш старый флаг. Родина далеко, связь с ней прервана. Случилось так, что в силу особого приказа наместника Его Величества, вот он приказ, мы, самый быстроходный крейсер мира, стоим на мертвых якорях и даже думать не смеем, чтобы поднять их без особого на сей предмет распоряжения. Но события надвинулись. Это чувствует каждый. Прошу вас не кричать «Ура!». Это позднее. Сейчас сюда войдет японский консул, и над «и» будет поставлена точка. Прошу вас соблюдать полное спокойствие. Помните о достоинстве флага. Мичман Балк, потрудитесь пригласить господина консула пожаловать сюда. Есть. Прошу. Прошу. Здравствуйте. О. Секретов нет. Ультиматум. Справи, офицеры. Ультиматум. Ввиду существующих в настоящее время враждебных действий между правительствами Японии и России, я, адмирал, командующий эскадрой божественного Микадо Муцухито, почтительнейший прошу и предлагаю командиру крейсера первого ранга «Варяга» и командир канонерской роты «Кикореец», находящимся в порту Цимурпо, немедленно выйти в море и сдаться на милость победителя. Рекомендую вам не повторять этой фразы. Такого документа. Продолжайте. Пожалуйста. В противном случае моя эскадра всей мощью атакует вас здесь, в порту, на месте якорной стоянки. И для этого предписываю всем командирам военных коммерческих кораблей других иностранных держав незамедлительно покинуть порт. Имею честь быть, сэр, вашим покорнейшим слугой. Подписано Урю, адмирал, командующий. Пожалуйста. Прошу передать его превосходительству, что крейсер «Варяг» и «Кореец» покинут этот нейтральный порт, когда найдут это нужным. Мичман Балк и мичман Муромский, проводите господина консула. С этой минуты не приказ наместника Его Величества, а прадедовские боевые морские традиции вступают в силу. Господа, это война. Пусть же каждый офицер и матрос на «Варяге» помнит, что палуба под нашими ногами — это наша родная русская земля. За нашу морскую честь
За Россию. Ура! Ура! Ура. Теперь прошу всех пройти к матросам, провести с ними остаток дня. Пишите письма домой. Как жаль, что я вынужден просить молодежь отказаться от роскошного бала в шале Англии. Полагаю, однако, что англичане могут обойтись без нас. Но обещаю вам роскошный парад.
Варяжцы, наш старый флаг, благословение Родины, сейчас взовьется и не опустится никогда. Японский адмирал, который торчит сейчас на горизонте со своей эскадрой, желает нас атаковать. Да нет же, мы русский крейсер, лучший крейсер мира. Нас, как говорится, голыми руками не возьмешь. И не они нас, а мы их атакуем. И атакуем, не считаясь с их числом. Вражеская эскадра перед нами, тем больше чести. Исполняйте свой долг спокойно и точно. И тогда каждый снаряд ляжет в цель. Так поклянемся ж, как можно дороже отдать наши русские жизни. Нанести противнику самый тяжкий урон. И ежели судьба сулит нам смерть, и если этот наш парад последний, помните, как умереть, как мы умрем под этим флагом. Это значит не умереть никогда. Покажем врагу, как умеют драться за флаг и родину русские моряки. На прорыв вражеской эскадры в бой к победе и славе. Ура! Как траурный марш. Они думают, мы идем сдаваться. Средний, вперед! Лево руля. Есть лево руля.
станция. Расстояние до головного? 40 кабель тур. Как кореец? Далеко? Мили за кормой. Рассыльный? Есть. Сигнал на кореец. Корейцу приблизиться. Есть, корейцу приблизиться. Малый, гляд! 11 часов 30 минут. Ожидаем подхода корейца. Ваш сукровь, сигнал с варяга корейцу приблизиться. Самый полный вперед. Самый полный вперед. Ну, сейчас набросится вся свора. А Сашенька, не страшно? Пока еще не страшно. А сабельку снимите. А в Ардашу вы сегодня не пойдем. Марат, не в этом. Вот сыпем Симому и Мину в бок. Марат, а саму подорвем войной, Марат. Подтянулся. Кореец полмили. Рассыльный. Есть. Сигнал на Азаму. Не разбираю, не вижу. Прошу повторить. Есть сигнал на Азаму. Не разбираю, не вижу. Прошу повторить. Кореец на месте. Хорошо. Второй сигнал с Азаму. Сдавайтесь. Одна минута сроку. Минуты много. Провести атаку. Стенговые флаги поднять. Есть на румзю 250. На румбе. Править по румбу. Есть править по румбу. Весь огонь по флагману. Наводить по головному. Наводить по головному. Прицел 28. Прицел 28. Царик 72. Thank you.
крейсер Такачихо.
гарнист. Есть! Команду наверх! Есть! Команду наверх! Враг отходит и, несомненно, перестраивается для новой атаки. Господин капитан второго ранга, принят сигнал с варяга. Снаряды кончились, руль заклинен, командир крейсера тяжело ранен. Так. Приказываю. Всех наверх. Шлюпки на воду. Кореец подготовить к взрыву. Ваше сокровище, принят сигнал. Шлюпки от борта кореец отходят. Это кореец. Вражеский крейсер и два миноносца на дне. Два других жестоко подбиты. Японский флагман горит и откатился на зюйт. Но и нам, варягу, нанесена смертельная рана. Руль разбит, все средства сопротивления исчерпаны. Но никогда не вступить на нашу палубу врагу. Устав повелевает, и мы исполним. Приказываем команде покинуть корабль. Открыть кингстоны. Исполняйте. Ваш сократ, с берега приближается множество корейских джонок. Крейсер Паскаль спустил на воду шлюпки и паровой катер. Экипаж покидает корабль, Кингстон открытый. Корабль погружается. Мы честно дрались.